Гран-при міжнародного фестиваля «Славянский базар» у Витебску завоевала Могилевская творчая плясовка. Могилевский гостиниц стал самой масштабной творчей презентацией сярод региона Украины. Могилевский областный методичный центр народной творчести и культурно-осветницкой працы подрихтовал интерактивное погружение у традиционное белорусское осяродье. Селянская хата у аутентичном оформлении, а побольш выставочный павильон. Каство, шаповальство, лозоплетение, бондарство и ханчарство. Нематериальные каштовности край уразили не только гостей международного фестиваля, але и профессиональные журы. Наведывальники Могилевской творчей плясовки с задоволением сфотографировались на фоне самого великого в свете самотканого пояса, принимали удел у майстер-классах по фильсованию, с радостью забирали сувениры, изробленные властными руками. У межах свято прошел конкурс сирот майстров лозоплетения. На им могилевские майстры Татьяна Фиськова и Алексей Местник взяли дипломы другой и третьей ступени, отповедно.